Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Fear and Hunger 2. Термина. Итак, в прошлый раз я, короче, погиб из-за того, что решил поэкспериментировать. Блин, мне прям чуть-чуть оставалось для того, чтобы дойти и сохраниться. Так, в общем-то, короче, оса получил, кстати, ослепление, когда я сражался с Инквизитором. В общем, он на меня напал, и, короче, меня немножечко сбили. И он ослепил осу. Так, в общем-то, у меня есть стратегия такая же, как в прошлый раз. Я должен взять Леви в команду, но на этот раз я, короче, не стал за ним бегать по городу, потому что сейчас вот так вот быстрее его найти, чем бегать по городу. Так, еще также я сейчас надеюсь, что мне выпадет книга с рецептами, а еще Библия Грогорода. Почему ерунда всякая выпадает? Мне нечего есть, короче. Да чертов призрак, чё он сюда пришел? Отстань! У меня проблемы с едой, у меня еда закончилась. Блин. Ага. Пока что с тобой сражаться не будем. Я, блин, дурак, пошел на эксперимент, и теперь приходится перепроходить все. Ты в порядке? Ты тоже видишь эти сны? Так, о чем ты говоришь? Я не слышу никаких голосов. Я просто повторяю все то же самое, что как в прошлый раз говорил, потому что я хочу, чтобы он попал ко мне в Тиму. Хочешь присоединиться? Так, нельзя, чтобы ты тратил мои патроны. Так, конечно, нормального оружия нет. Так, попытаемся найти что-нибудь полезное среди книг. Мне нужна книга с рецептами. Ничего стоящего. Это что за рандом такой дебильный? Нельзя было сделать так, чтобы из книжного шкафа гарантированно какая-нибудь книга выпадала. И так ерунда всякая выпадает. Так они еще оказываются пустыми. Че это за дебилизм? А, блин, нечем говорить, я понял. Да, мы эту дверь не выломаем, даже вчетвером. Так, выломали, отлично. Так, сразу надо в другое измерение сходить, заполучить статуэтку. А потом зачистить здесь все. Ну, хотя, с другой стороны, мне сейчас нужно книгу найти. С рецептами. Так, возвращаемся назад. Идем налево, там были книжные полки.
Нет. Черт. Решка. Сейчас орел выпал. Последнее время я вообще ничего не угадывал. Ни разу ничего не угадал. Сейчас опять орел. Неужели хоть что-то? Око Сильвиан. Неплохо. Теперь у меня 3 Око Сильвиан, и я могу вообще легко лечиться. О! Черт! Так, избавляемся от правой руки. Иначе он нас может лишить конечностей. Черт. Так, поднажми. 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 Так, а если я умение... Так, анализ, слабое место. Так, поднажми. А, слушайте, в принципе, мы можем за один ход побеждать священников. Нет, уходим. У нас урон понижен, мы... Ну ладно. Мы голодны. Так, потом мы сюда еще спустимся. О, призрака не заметил, капец. Ну, конечно, не удается сбежать. Так, ну тогда что делаем? Защита. Защита. А. Не понял. Требуется 1 очко концентрации. Как это работает? Обычно же надо использовать, поднажать, а потом... Я понял. Ну, поднажми. Умение. О, рассудка нет. Я понял, рассудка нет. Я что-то этого не заметил, то, что у вас рассудка нет. Так, ну-ка. Так, у Абелла. Так. Сейчас мы попробуем 1 бутылкой пива восстановить ему полностью весь рассудок. Скорее всего, не получилось. Да, получилось. Так, единственное, что нам теперь надо разобраться с голодом. Так, с врагами нельзя сражаться, потому что мы пониженный урон наносим. Мы, скорее всего, с ними не справимся. Мы из-за голода пониженный урон наносим. Так, здесь книжные шкафы нельзя обыскивать. Так, нужно смотреть внимательно на пол, потому что там видно трещины, вот. Ничего нет.
Сейчас ни Библию Грогорода, ничего не найду. Блин. Я слабею от голода. Но это тупизм. Мне нечем есть, у меня просто еда не выпадает. Грибное рагу, отлично. Что там еще есть? Давай вот так вот хотя бы пока перекусим. Так, стоп, чуть не наступил. Так, ну ладно, они так или иначе на меня нападут. Так, сейчас нужно отправиться в измерение будет. Обыщем последние шкафы. Так, этот шкаф не обыскивается, к сожалению. Ни рецептов, ни Библии Грогорода, вообще у меня ничего нет. Чё это за неудачный рандом такой? Книга просветления. Не особо-то и нужна она мне. Блин, орёл. Не, серьёзно, здесь же вроде бы больше книг... книжных полок было. Так, это кухня. Придется с ними сражаться. Так. Я уж не надеюсь, что мне что-то выпадет полезное. Все шкафы обыскал практически. Неужели хотя бы Грогорода нашел? Так, здесь ничего интересного нет. Так. Ну давай сразимся, раз ты хочешь. Так, посмотрим, там справа, может быть, есть еще книги. Блин, дурацкий призрак. Так, здесь вряд ли есть шкафы. Там еще справа три врага находятся. Так, здесь тоже шкафов нет.
Так, ну мне определенно нужно сохраниться. Чтобы сохранить Библию Грограда. Так, во-первых, мне потребуется голем для финальной битвы. И мне повезло то, что выпала Библия Грограда. Иначе бы без нее я бы не смог изучить голема. Так, не то я что-то сделал, ну ладно. А здесь тоже вроде бы уже нету шкафов. Осталось наверху два шкафа или три. Но не думаю, что там будет рецепты. Сейчас меня интересует теперь только книга с рецептами. Да. Здесь нет книжных полок. Если что, придется так есть ингредиенты для готовки. Ну, в принципе, готовиться я научусь, но уже слишком поздно будет. Когда Генрика одолею. Так, теперь мне здесь никто не помешает. Блин. Фух, еще есть хирургическая пила. Я, кстати, снизу в подвале не забрал хирургическую пилу дополнительно. Мне нужна книга с рецептами. Да зачем мне эта дурацкая сказка? Сказкой не поешь. Так, похоже, мы не попадем сюда. Слабоватая дверь. Я ожидал большего. Че он сломанный-то, блин? Сломали Хексен. По-дурацкому устроена прокачка. Алхимелия, том 3. Так, ну теперь я хотя бы могу голубой флакон делать. Хотя с тремя оками Сильвиан мне голубой флакон практически не нужен. Я всегда буду полную здоровье восстанавливаться практически. Неужели наконец-то рецепты выпали? То, что нужно. А то у меня уже некоторые персонажи голодают. Так, думаю, стоит подкормить осу пока что. Так, а что мы умеем делать? Грибное рагу? Нет, мы умеем делать пироги печь. А морковь? Можно репу есть, короче. Так, на, перекуси. Так, еще. Так, наверное, все. Хватит пока что. Так, мне нужно в другое измерение сходить. Собрать этот, как его? Забрать статуэтку и собрать головы. С гильотин. На этот раз я не буду так, короче, экспериментировать. Буду по старинке. Надеюсь, никто не промахнется. Так, придется одну дозу пожертвовать для Леви, чтобы он атаковал первым.
Так, а сколько у него, кстати, интересно, ловкости? 7. Мне просто необходимы головы дополнительные. Серьезно, у нас у всех эротрофобия. Почему она первей ходит? Так, с нее может только голову собрать. Так, я не помню, что я в прошлый раз находил для того, чтобы вызывать альтернативного торговца, который торгует за вот эти вот жемчужины. Блин, я забыл остановить кровотечение у осы. Так, самое главное, чтобы действие препарата у Леви не закончилось. Так. Орел. Сейчас опять орешек. Железное копье. Так, нужна еще одна с гильотинами. Так, ты пока подождешь, вот на нее нападем. Вот ты мне все в прошлый раз испортил. Ай, блин, я опять от кровотечения не избавился. Фух, все, разобрались. Так, стоп. А почему бы мне так умение? Так, анализ. Так. По голове. Бьем по голове. Бьем по голове. И что это за тупизм? Я понял. Не будем экспериментировать, короче. Будем по старой тактике работать. Так, у нас у троих кровотечение. Так, ну ладно, давайте еще раз, короче, сразимся с гильотиной. Она по-любому нас сейчас укусит. Будем надеяться, что она укусит того,
у кого уже есть кровотечение. Так, она никого не укусила, я понял. Но это даже лучше. Так, сейчас нужно избавиться от Леви. Подождите, опять придется подлечиться, потому что я не помню. Так, Асу придется лечить. Слушайте, а в данном случае мне невыгодно делать голубые флаконы, пока нас команда, потому что я синим у меня два синих флакона, а я их превращаю в один голубой флакон, но синий флакон с тремя оками восстанавливает даже... Короче, сотню можно восстановить, если у меня... Так, сейчас скажу он. 30 плюс 30, 60... 75 единиц восстанавливает, почти как голубой флакон. Так, придется создать предмет. Так, синий флакон. Нет, это голубой флакон. Мне нужен синий флакон. Давай две штучки создадим пока что. Так, мутный флакон. Все остальное мне не нужно. Кстати, ни разу не использовал этот предмет. Красный флакон. А, так ты обычная, без гильотин. Так, все, теперь надо пожертвовать Леви. Блин, зачем я его лечил? Но, в принципе, если бы он погиб сейчас, я бы не смог... Ну да, я бы не смог использовать его для повышения связи с Грогородом. Сейчас хочу кое-что попробовать сделать. Так, для этого нам нужно вернуться на второй этаж, к ритуальным кругам. Я вот не знаю, можно ли дважды за... Я схожу с ума... Ой-ой-ой! Так, забираем все. Я не знаю, можно ли дважды призвать кровавого голема за один бой. Ни разу не пробовал. Нет, я уже не схожу с ума. Так, блин, я забыл изучить мастурбацию.
Придется туда потом возвращаться. Мне нужен будет навык лечения от Сильвиан. Так, подождите, я же у Леви все забрал, надо перепроверить. Вроде бы, да, я все убрал. А, я же хотел эксперимент провести, да. Точно. Предмет. Хирургическая пила. А, к тому же мне потребуются руки и ноги для одного навыка. Чем больше их у меня в инвентаре, тем лучше даже, кстати. А еще хочу посмотреть, будет ли он с руками, если я на него нападу. Типа, облегчил ли я себе игру или нет. Прямиком в этом делает, в кругу Грогорода. Я просто все эти конечности хочу использовать для одного навыка. От бога страха и голода. Там вроде бы чем больше у меня конечностей находится в инвентаре, тем больше урона буду наносить по врагу. Так, а теперь попробуем с ним сразиться. Серьезно? Блин! Не понял? Пожертвовать? А я постараюсь найти для тебя какую-нибудь помощь. Блин, я думал, я смогу им пожертвовать, я ошибку... Я могу добить его! Тупизм. Не думал, что... Ладно, я понял. Зря я это сделал. Эксперимент не удался, и я не... еще и связь не повысил с Грогородом. А еще я душу Леви не получу. Ну, посмотрим. Да, я допустил большую-большую ошибку. Не надо было вторую руку ему отпиливать. Сейчас бы связь с Грогортом... Но переигрывать я это все не собираюсь. Тупизм. Но зато буду теперь знать. Я хотел просто проверить, будут ли у него конечности, если я буду с ним сражаться. Ну да, я жестко тупанул на самом деле. Я думал, хоть я от него хоть какую-то пользу получу. Так, а я не в том направлении иду. А, нет, можно... Да-да-да, можно потихоньку пройти. Я хотел пожертвовать им на ритуальном кругу. Мне пришлось бы с ним сражаться, но я бы так или иначе бы с ним сражался. Думал, связь с Грогородом повышу. Но я тупанул. Да, я ошибку допустил. Он же ползать теперь не сможет. Он действительно двигаться не может. О! Так вот ты где находишься. Это же этот, третий из толпы.
которого я найти не мог. Он вообще на другой локации находится. Почему? Ну ладно, я потом туда схожу, чтобы повысить связь с Курогородом. Сейчас мне нужно сохраниться. В принципе, если бы я добил бы Леви, ну, типа, сразился бы с ним, я получил бы его душу, но мне его душа не нужна. Голову я у него так или иначе бы получить сорн не смог, потому что его тело пропадает. Думал, хотя бы связь с Грогородом повышу. Ну, я тупанул, да. Признаю. Надо было ему одну ногу оставить. Надо было избавиться от двух рук, чтобы он, типа, оружие не мог держать и проверить. Ну, в принципе, даже если я сделаю кровавое жертвоприношение. Так, кабина поезда. То все равно. Самое главное, чтобы здесь был этот. То все равно я смогу себе здоровье прям очень много восстановить. С помощью трех Оксильвиан. Хочешь присоединиться? Так, все. Вся команда полная. О, точно, мне же еще надо камни душ заполучить. Так, придется сбегать в подвал. Так, кто у меня остался? Генрик. Его мы траванем. Так, безлунница, но с ней я буду сражаться только ради меча. Дизмофобия. И обязательная битва с этим, с Сирогилом еще. 4 врага осталось в следующей серии. И потом что? Я прокачаю необходимые мне навыки. И все, можно, типа, сражаться с Луной. Я просто хотел все навыки у Грогорода изучить. И посмотреть, дадут ли мне какой-нибудь навык. Я не совсем понял, как получать некоторые навыки. В прошлый раз мне не хватило связи с Винушкой, чтобы прокачать последний навык. А на этот раз я хочу... Этот... А, ну ладно. А на этот раз я хочу прокачать этот навык. Для этого мне и нужна была Библия Грогорода. Блин, как же далеко бегать приходится. Так, а мы здесь были? А мы еще здесь не были. Здесь можно раздобыть патроны. Или просто винтовку. Один патрон раздобыл. Так, мы начинаем голодать, но, в принципе, этого должно хватить. Я, короче, наверное, через город вернусь вниз. Так, сделать подношение. Так, всем жертвам я потом не смогу... А, кстати. Мне сказали, что я смогу с Полткиткэтом сразиться в этом... в мэрии. Нет, не в мэрии. В музее. Во, в музее. И если я буду играть за Даана. Ну, по идее, Полткиткэт и есть Даан. Ну, то есть Даан и есть Полткиткэт, тот, который находится в музее. Неужели туда стандартный Полткиткэт придет, который пропадает... Ну да, кстати, мы... О, точно, мы же могли бы тогда в таком случае... Купить какие-нибудь полезные книги. Но, в принципе, у меня нет полезных книг. Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл про тебя, дружище. Так, стоп.
Серьезно? Просто я не хочу сейчас рисковать с ним сражаться, потому что если выпадет две, например, решки, а я выберу орел, то все, капец. Я могу много урона получить, а мне это не нужно. Кстати, интересно, а вот смогу ли я травануть этого как? Блин. Вилли, Вилли, смогу ли я его травануть или нет? На нем же, по идее, противогаз, у него должна быть... Ой. Так. Стоп. А мне так или иначе придется идти... Блин, еще с этим сражаться, с дровосеком. Я, в принципе, с ним сражусь, но позже. Мне сначала надо сохраниться. В следующей серии я сражусь с ним. Так, сразу надо скрафтить камни, а то я потом опять забуду. Такое бывает. Так, сейчас мне нужно будет научиться собирать траву болиголов. Научиться создавать яды. Никогда раньше не использовал этот навык, но когда поиграл за Оливию, понял, что это очень читерный навык. Так, сохраняемся. Так, думаю, что Леви погиб, да? Леви погиб. Раз, два. Осталось двое и еще трое в моей команде. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!